Я впервые вообще узнал об Ицхаке, когда прослушал его аудиокнигу «Уверенность в себе и ораторское мастерство». И действительно, она совершила на том этапе жизненного пути прорыв как бы в моем самоосознании, скажем так. А Ицхаке Педосевича я узнал из интернета, потом у него был в Кишиневе года два назад представление. Впервые с Ицхаком Педосевичем я познакомилась, когда мне на день рождения 4 года назад, наверное, подарили две его книги. Діял Амофлат, діланішній приятель, Харю Фосла он тренинг. Ще ділал цікаря учтит у карті. Этот спикер, он несет себе добро, он говорит из сердца. Тренинг, который проводит Ицхак, он не только для менеджеров высокого и среднего звена, он также и для сотрудников компании. И можете себе представить, какой колоссальный результат ждет вашу компанию, ваш департамент, когда вы все вместе, абсолютно заряжены, у вас общая цель. Ицхак очень энергичен, с ним весело. Ицхак є персона в парті харизматика. Я є він мотиватор, що він інспіратор був. Ще кредка тренінгу Луїс в парті емоціональний. Всі тренінги дуже живі, вони різнообразні, вони повні шуток, вони повні юмора. Вони повні дуже глибоких речей, які облічені дуже просту і понятну форму. Я кредка, пентру вініла він тренінг, треба сайо старі аномета. Кайл Сайбе ефект. Ще це крізь. Він тренер. Тот заряд, который я получила в Киеве на 5-дневном тренинге, мне хватило минимум на полгода. Ко мне люди просто подходили, спрашивали: «Ирина, что с тобой? Что тебя так мотивирует? Откуда у тебя столько энергии?» Я всем говорила, что это после тренинга Ицхака. Я убежден в том, что 99% людей, которые будут слушать это приглашение, читают очень редко. По одной простой причине, потому что они всегда заняты. И я считаю, что в этих условиях полезно ходить хотя бы на курсы, вот таких, на тренинги таких людей, как Ицхак. Я вам скажу такую хрень. Ицхак крут, вы должны там быть. И у него есть чему поучиться однозначно. То есть выделить один день в своем напряженном графике и получить вот этот концентрат, однозначно будет полезно всем занятым бизнесменам и руководителям. Приходите на Ицхака Педосевича, это круто. Приходите на тренинг Ицхака Педосевича, я его обожаю.